Всем привет, с вами Варвара Николь. Это влогмас после Нового года. Сейчас я буду склеивать огромный пазл, который я собирала на выходных с сестрой. Он 500 деталей. В общем, я сейчас просто покажу. После этого ко мне придет моя подруга. Мы будем играть на столке, пить чай и круто проводить время. Я надеюсь, я тоже поснимаю. И вам понравится этот влог. И перед началом я прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Короче, это вот такой пазл. Тут 500 деталей. И он такой шуршащий, типа. Он 3D изображение, как бы вот. Может, видно тут на солнышке, то, что тут такие вот пазлинки. Тихо. Мы его собирали где-то 4-5 часов. Вот. Во-первых, его надо перевернуть. Самая интересная часть подготовки к ящику – это деньги. 9. Так, погнали. Мой Гарри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Министерство магии, отдел обеспечения магического правопорядка стоит всего 120. Я покупала. Так сказала мой Гарри. Джинни прям зареновала. Вроде да, ну давай, шагай. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Радуги. Так, ты мне платишь 8. Сдача есть? Да, есть сдача. Так, давай мне Гермиона, я тебе 2 Хагрида. Так, ладно, Гермиона, прости. Пока. Здравствуйте, Гермиончик. Так. 50 от каждого игрока. Еще на каникулах я решила прям серьезно заняться ютубом, и теперь у меня загружается видео 11 минут. Ой, какой экран заляпанный. Короче, это видео советы будущим артековцам, которое уже вышло, скорее всего, на канале. И я как бы во влог снимаю то, что я вот монтирую для вас видео. Вот такая вот у меня колбаса получается. Я ее сама лепила из массы этой. Мы ее поставили в без 15:07. Сейчас ровно 7. Вообще ее замораживать нужно 2 часа, но я думаю, я не вытерплю и достану раньше. На монтаж, как я монтирую, окей.
Монтаж монтажа. Снимаю на монтаж, монтаж монтажа. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилось это видео. Всем удачи и пока-пока!